А теперь давайте заглянем туда, куда простому смертному не попасть. Руководители департаментов и управлений, руководители крупных предприятий, самые властные чиновники были приглашены на бал акима области. Новый год элита Южно-Казахстанской области встречала на балу, символами которого были маски, настоящий оркестр и коза, хозяйка года наступившего. Настроение в полном соответствии с датой на календаре, новогоднее. Желаю всем добра, здоровья и общечеловеческих ценностей, разума, справедливости, благородства и любви. Все собравшиеся отметили, что 2002 год для Южного Казахстана был неплохим. Значительно стабилизировалась экономика, удалось увеличить заработную плату врачам и учителям, хорошие результаты достигнуты в развитии малого и среднего бизнеса. Прекрасно закончили старый 2002 год. В трепетном ожидании 2003-го, я надеюсь, что этот год принесет нам много радости, много денег, здоровья. И просто я хочу поздравить всех жителей нашей Южно-Казахстанской области с этим прекрасным праздником, Новым годом, пожелать здоровья, счастья, благополучия, чтобы у каждого дома в этот день было изобилие на столе, чтобы мы никого не теряли, много друзей приобретали, здоровья, благополучия, процветания нашей Южно-Казахстанской области. С праздником вас всех! Новый год – праздник семейный, и бал акима области был овеян чем-то домашним. Пожалуй, впервые чиновники позволили себе немного лирики. Они не только вышли в свет со своими женами, но и с удовольствием делились друг с другом семейными радостями. Я считаю, что этот прошедший год был неплохим для меня, для моей семьи. Я уже как сказал, у меня родился внук, я стал акимом области. Поэтому я думаю, пусть ближайший год всем нам принесет много новых успехов, что каждая южно-казахстанская семья, у них уменьшились их проблемы. Аким области не только хорошо говорил, но и даже взял на себя роль доброго волшебника. Он собственноручно зажег огни на новогодней елке и лично открыл бал. Ну а главное действие праздника, конечно, разыгралось на центральной площади города. Для тех, кто новогоднюю ночь просидел за праздничным столом, мы покажем, как это было. Праздник начался очень символично. От здания городской администрации в путь отправилась колонна Дедов Морозов. Дорогие шымкентцы, на площади Аль-Фараби вас ждут чудеса . Чудесная кавалькада развеселых Дедов Морозов и внучек Снегурочек еще днем прошествовала по улицам Шымкента, заряжая прохожих и проезжающих своим новогодним настроением. Я желаю городу Шымкенту дальнейшего процветания, чтобы наш аким, городской и областной, выполняли все пожелания нашего народа. Всем с Новым годом, всем счастья, всем было здорово, праздника всем! Главные герои новогодней ночи не спеша двигались на центральную площадь города, где с самого утра в предвкушении праздника вокруг елки толпился народ. Торжественное прибытие Дедов Морозов и Снегурочек на площадь стало сигналом к началу новогоднего карнавала. Непредсказуемая госпожа природа в этом году порадовала шымкентцев. Последний день года выдался и солнечным, и в меру снежным. Последнему обстоятельству несказанно радовались дети, которым наконец-то удалось вдоволь накататься на санках. Скоростные катания у елки устроила одна из спортивных школ Шымкента. Народные гуляния в лучших традициях поддержали дети. Юные артисты-кукловоды устроили представление прямо под открытым небом. С Новым годом, 2003 годом, всех жителей города Шымкента. Удачи и везения! С Новым годом!
Новогодняя ночь стала продолжением дневного карнавала. На центральной площади Шымкента собрались самые неугомонные его жители. В народном гулянии у главной елки Шымкента принял участие аким города Галым Жумжаев. Новый год! Пусть годом удачи! Я хотел бы пожелать каждой семье города Шымкента в новом году благополучия, благосостояния, чтобы Новый год был годом осуществления всех заветных дел, мечты. С Новым годом вас, дорогие земляки! Новый год пусть будет годом удачи, годом успеха! Поздравляем всех чимкенцев с Новым годом! Желаем радости, тепла, уюта и здоровья! Коза – домашнее животное, барашек – коза – домашнее животное. Мы желаем мира в доме, тепла в городе всем чимкенцам. Вова, скажи, поздравляем всех! Поздравляем всех! Шымкентские строители праздника смело решили нарушить все его каноны и вместо одной новогодней пары Деда Мороза и внучки Снегурочки на сцену на радость зрителям высыпали 10 волшебных новогодних пар. Все они дружно поздравляли с Новым годом и обещали, что в 2003-м обязательно сбудутся все желания.